Супа-супа. Оскорбление и мат-перемат. 8000 уже! 8000 уже у товарища! Здравствуйте, товарищи! У нас опять Прохоровка и опять рекордный на свет. Но на этот раз не на ЕБР, а на нормальном, на тесте ЛТ. Ну, ЕБР тоже нормальный, естественно, но он бесит. Он бесит и тех, против кого ты играешь, и не знаю, и меня вот он тоже бесит. Я вот не могу на нем играть. Мне проще играть на тесте ЛТ. Ой, у нас товарищ-то прям сразу отхватывает, но насветил уже 1500. Ну ладно, я не знаю, победа это будет или не победа, но то, что на света будет большое количество, это да. Ладно, давай познакомимся с товарищем. Товарища зовут Супамен 3000. Супа. Помните такую песню? Пишите в комменты, из какого фильма эта песня. Я думаю, что некоторые товарищи помнят этот фильм. Пишите в комменты. Ладно. 2578 наш товарищ из кустиков насветил. Блин, я думал, вот он будет тут ездить, колесить, как ЕБР. А нет, аккуратненько. В чате просто обратите внимание на чат. Там просто идет оскорбление и мат-перемат. Опять кому-то не нравится. А не нашему ли этот товарищу не нравится? Нет, не нашему товарищу не нравится, что они не стреляют. Но ладно, а светить и стрелять-то некуда. Потому что всего-то один танчик был засвечен. Один. Пока наш товарищ прощупывает оборону противника, скажу вам. Подписывайтесь на все соцсети, на YouTube, на ВКонтакте, на Яндекс.Дзен и на Телеграм-канал. В Ютубе и ВКонтакте у нас стримы проходят практически каждый день. И видосики туда же выкладываю, шотсы там всякие. На Яндекс.Дзене всякие видосики, а в Телеграм-канале всякие кругляшки, анонсы стримов и всякое такое. Поэтому подписывайтесь, в основном, особенно на Ютуб и на Телеграм, вот, и на все соцсети. Потому что мало ли что с какой соцсетью может случиться. А пока я опять про соцсети-то говорил. 8000 уже у товарища. Просто так, на ровном месте. Хотя нет, наверное, не на ровном месте. Товарищ-то знает, что делать. Знает, куда встать, знает, куда двигаться. Аккуратненько, никуда не лезет. Не ездит. Ну, в смысле, не кружит, не врывается в оборону, чтобы сдохнуть там. У товарища, между прочим, там две отметки же, да. Две отметки вижу. Смотри, аккуратненько пробирается. ФВХ, вон, раз, два, и нет ФВХи, да, вот и вся ФВХ вам, как я всегда говорю. Была ФВХ и нет ФВХи. Так, ну, там по товарищу, то он по тому будет, кто стрелять. Нет, наш товарищ не стреляет. О, засветился. Нет, смотри-ка, не засветился. А вот тут кустики-то дырявенькие были. Нет? Разве? Отпустим камеру, пусть товарищ сам управляет камерой. Ну, пожалуйста, 13 тысяч уже просто подъехал аккуратненько. Самое главное, аккуратно и без всяких резких движений. Дайте. Ну, на ЕБРах. Так, вот ну, второй товарищ у нас был бой, когда два боя вот я выкладывал на ЕБРах. Один товарищ прям очень жесткий, а второй товарищ поаккуратнее действовал. Вот, здесь вот будет видос, где товарищ действовал поаккуратнее. Поэтому смотрите. И тыкайте лайкосики. Ладно, давай смотреть, что дальше будет. А что дальше будет? Здесь уже 11.2, 17.827 света. И все. А у них там вражеская ЛТшка что-то к базе подъехала. Артиллерию, наверное, высматривает. Да, за артиллерией поехала. Я всегда так делаю, когда наша команда проигрывает. 13.2, а что еще делать? Дайте. Куда вот он поехал? А, ну все, они... Все, у нас остался одна ВЗХ, и ВЗХ возле базы. Все, хана ВЗХе. Всем спасибо. Все свободны. Ну, смотри, все понеслись дербанить ВЗХу вражескую. Сколько у ВЗХи-то? Фуловая она, да? Уловая воздух.
Супермен. Вот, да, пожалуйста. А, смотри-ка, а наш-то не засветил ее. Наш, не наш ее посветил. Ой, жалко-то. Сейчас бы еще бы 2000 бы прибавилось, да, 2300 бы даже прибавилось. О. Ну, конечно, здесь уже, конечно же, ничего ему не посчитается в насвет. Красава, красава, Супермен за ник отдельный лайкосик. Так, давай посмотрим, что по итогу у Супермена 3000. Мастер, разведчик и дозорный. Давай посмотрим, сколько он насветил. 18 033 насвета. Красава, Супермен, лайк, подписка за Супермена. Подписывайтесь на все соцсети, все ссылки в описании.